Танцы, песни, игры и конкурсы для взрослых и детей. Большой летний праздник стал подарком для жителей сразу нескольких домов на улице Комсомольской. Они принимают активное участие в конкурсе общественных инициатив «Мой дом, мой двор», стремятся сделать свои придомовые территории уютнее и красивее. Сидеть вот в таком, то, что у нас было, нам, конечно, это стало не совсем приятно. Мы решили, насколько у нас хватит сил, посадить цветы, в общем, благоустроить ради себя, ради, всех жителей двора. Нам это приятно. Конкурс «Мой дом, мой двор» проводится при поддержке госкорпорации «Росатом». В этом году в борьбу включились жители 132 многоквартирных домов. Непрофессиональные ландшафтные дизайнеры общими усилиями меняют облик Заречного. Есть внешняя сторона, да, есть внутренняя сторона. Вот вы те люди, которые обеспечивают красоту и благоустройство внутреннего содержания. Потому что может быть красивая обложка, а за красивой обложкой там скрываться все, что угодно. Далеко не все вопросы благоустройства жильцы могут решить самостоятельно. В случае необходимости у зареченцев есть возможность напрямую обратиться к представителям власти, обсудить проблемы с депутатами. Во дворе тут деревья кое-какие уже самые, которые были уже падать должны, убрали. Ну вот площадочки нам для детей стараются нам сделать хорошие. Ну, в общем-то, работа двигается. Ну, с помощью народа, как говорится, народ тоже вопрос ставит. И мы стараемся это донести до администрации. Они все неравнодушные. И веселые, и хорошие, и инициативные. Мне, в принципе, легко с ними работать. Они и понимают трудности в моей работе, да. И когда мы совместно объединяемся, у нас что-то и получается. И получается, я считаю, неплохо. Обратиться со своими просьбами и предложениями к чиновникам зареченцы смогли и на празднике двора. В гости к инициативным жителям улицы Комсомольской пришли сотрудники администрации, депутаты собрания представителей, а также руководители предприятий коммунальной сферы. В рамках праздника двора самым активным участникам конкурса «Мой дом, мой двор» вручили памятные адреса. Особо отметили жителей, 80-летний юбилей которых совпал с юбилеем Пензенской области. Ксения Тризна, Денис Дубицкий, телерадио, компания «Заречный».